Лидер городских коммунистов покинул ряды КПРФ. Неожиданное заявление сегодня сделал первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Дмитрий Евсеев. Депутат Госсовета принял решение выйти из партии, в которой состоял более 20 лет. Евсеев выступил против политики, проводимой руководителями КПРФ Чувашии. Подробности журналистам он сообщил на брифинге. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Кадровая политика в региональном отделении КПРФ поделила коммунистов на два лагеря. Руководитель фракции в республиканском парламенте Дмитрий Евсеев выступил против позиции нынешних руководителей партии. Накануне выборов в Госсовет Чувашии и Госдуму он заявил, что уходит из ее состава. То, что творится сейчас в рядах республиканской, я бы хотел подчеркнуть, республиканской партийной организации, это ситуация совершенно несовместима с моими взглядами, с моими принципами, с моими убеждениями. Мои взгляды, в общем-то, на нынешнюю ситуацию разделяют и многие другие коммунисты, и многие ветераны партии. У нас нередко в партийном активе сейчас можно услышать о том, что республиканская парторганизация превратилась в семейный бизнес Шурчанова. В последние годы состав КПРФ покинуло много видных политиков. Игорь Маляков, Владислав Солдатов, Тамара Романова – все они сейчас состоят в других партиях. На днях прошел пленум коммунистов, где в качестве кандидатов от КПРФ, говорит Евсеев, были одобрены люди, репутация которых доверия не вызывает. Я думаю, не надо называть даже такие фамилии, вы все их прекрасно знаете. Лапин Алексей, который прошел по нашим партспискам. Я категорически против выступал этой кандидатуры. Это застройщик известный, вы знаете, у него судимость уже одна была, сейчас вторая судимость ему светит, уже есть решение суда, где он признан виновным в мошенничестве, не знаю, он, видимо, уже вступит в силу скоро. У нас появился непонятный политтехнолог Григорий Данилов с весьма подмоченной репутацией. Я просто в таких списках на выборы с ними не пойду в одних. Это для меня уже совершенно недопустимо. Дмитрий Евсеев считает, что его уход привлечет внимание к партийной проблеме федеральное руководство КПРФ. Мы не можем подавать на другого коммуниста в суд. Мы не можем доносить информацию правдивую о внутриполитической, о внутрипартийной ситуации до средств массовой информации, до общества. Поэтому для того, чтобы бороться с этой ситуацией внутрипартийной, для того, чтобы высказать свою позицию, я вынужден уйти из партии. Депутат Госсовета считает, что внимание общественности поможет оздоровить сложную ситуацию, которая сложилась в региональном отделении КПРФ. На сегодняшний день она такова, что из партии уходят сильные кадры, а интересы избирателей отходят для коммунистов на второй план. Валентин Шурчанов, вероятно, вновь пойдет на выборы в Госдуму, а его сын Алексей, скорее всего, будет претендовать на кресло в Госсовете Чувашии и в перспективе получит от отца бразды правления республиканским отделением КПРФ. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.